Сегодня я решил продать 100 миллионов за 200 миллионов. Итак, я уже на центральном рынке, давайте крикнем. Продам 100 миллионов за 200 миллионов. Ну, здесь меня сразу же узнают, поэтому продавать 100 миллионов на центральном рынке как-то не вариант. Окей, тогда погнали в СМИ. Создаю объявление, продам 100 миллионов за 200 миллионов. Так, пока что мне никто не звонит. Возьми трубку, Чечня на связь. Оп, звоночек. Так, здравствуйте. Ну нет, здесь меня тоже узнают. Блин, как же продать 100 миллионов за 200 миллионов? Ну а перед тем, как я начну продавать 100 миллионов за 200 миллионов, напоминаю, что я играю на Arizon RP сервер Show Low. Если еще не начали играть со мной, то вся инфа есть в описании. Также давайте для вас сегодня разыграем 800 азаконцев абсолютно на любом сервере Аризоны. Просто подпишись на канал, поставь лайк и напиши любой крутой интересный комментарий под теме данного ролика. Ну что ж, не буду затягивать и погнали с вами как-то продавать 100 миллионов за 200 миллионов. Привет, купи 100 миллионов за 200 миллионов. Светлана, пойдем на скамейку. Чего? Ой, вы не Светлана. Ну, как видишь. А можно в робуксах? Чего? Нет. Плачет. Ладно, идемте дальше. Привет, купи 100 миллионов за 200 миллионов. Можно я для начала вам спою? Да. Так вы будете покупать 100 миллионов за 200 миллионов? Нет, я чё, дурак? Да за что? Привет, купи 100 миллионов за 200 миллионов. Кто самый богатый человек на планете Земля? Якубович. Да ладно. Годится. Чего? Что вообще здесь происходит? Мистер Роблокс. Вот какой-то чайный гриб нюхает гриб. Чё, вы мой гриб снимаете? Это же мой гриб. А чё он ваш? Ну я его ем, видишь, надкушено. Да не, я его каждый день по кусочку ем. Привет, купи 100 миллионов за 200 миллионов. Го! Да ладно. Что? Погнали в банк. Ну погнали, неужели у меня реально купят 100 миллионов за 200 миллионов? Кидай мне, а я тебе. Ты точно не кинешь? Не, жопой клянусь. Ну ладно, раз он клянется, то давайте скинем ему 100 миллионов. Ха-ха-ха, лох, иди играй в танчики. Чего? Капец, он офнулся. Я скину ему 100 миллионов. Не, жопой клянусь. Не, жопой клянусь. Ну ничего, сейчас мы будем за ним следить, на что он все-таки потратит эти 100 миллионов, а потом мы с ним разберемся. Итак, ну что, я за ним слежу, он почему-то находится в казино. Он, походу, все проиграл, я все проиграл, пишет. Капец, это просто капец, он уже у людей деньги просит, дай денег. Как так? Он упросит денег у Оливии, чего? Он вообще знает, что это бот? Дай денег, пожалуйста. Я больше не буду играть. Давайте его к себе телепортируем и попробуем с ним разобраться. Как он всрал 100 миллионов, буквально не прошло еще и 10 минут. Ну привет. Здравствуйте. Зачем вы меня обманули? У меня крашнуло. Ну да, да, крашнуло у него. Зачем вы меня послали в танчики играть? Я танкист просто. Хотел, чтобы вы со мной поиграли в Roblox танк. Чего? Почему вы так вообще говорите? Вы думаете, я с вами в шутки играю? Да. Дай ты истока КПЖ. Нет, ну это вообще наглость. Что мне с вами делать? Понять и простить. Ну да, понять и простить. Все, бан. Ну как-то так, парни, сегодня мы с вами попробовали продать 100 миллионов за 200 миллионов. Ну ничего, парни, уверен, что в следующий раз у нас получится. Поэтому, братва, если этот ролик наберет 350 лайков, то я попробую продать, не знаю, чуть больше за чуть дешевле или чуть больше за чуть дороже или... дороже за чуть дешевле. Ну, короче, я думаю, вы поняли. Не забывайте участвовать в розыгрышах. Всем спасибо за просмотр. Всем удачки, всем пока.